Приветствую всех, меня зовут Артамонова Ульяна, я являюсь президентом общественной организации охраны окружающей среды «Пчела», и мы занимаемся большим количеством экологических проектов, то есть это и сбор вторсырья, проведение фестивалей, лекции. В ближайшее время мы откроем экоцентр большой, куда можно будет приходить, сдавать вторсырье, где мы будем этому обучать, где мы будем рассказывать, как это правильно делать, куда что положить, что к чему относится и, собственно, в чем польза для нас, для всех. Там будут еще проходить мастер-классы и много всего интересного. Возможно, на каких-то наших мероприятиях уже бывали. Бывали на каких-то наших мероприятиях? Нет? Вот. На фестивале на каком-то? Экологичный Новосибирск. Супер, а здесь у нас есть фестиваль «Чаще», нет? Тоже у нас такой хороший здесь фестиваль в этой библиотеке проходит. Он больше у нас направлен на сохранение леса, растительный мир. Собственно, сегодня я расскажу про раздельный сбор. Ну и важно это, потому что мы в первую очередь сохраняем природу, но факторов здесь несколько. Вообще всегда, когда мы что-то делаем, надо понять, в чем для нас польза, да? Ну то есть мир сохраняем, это что-то такое глобальное, эфемерное, но есть же какие-то простые вещи, да, которые действительно приносят пользу для нас самих. То есть мы в первую очередь сохраняем свое здоровье, сортируя отходы, и здоровье своих близких. Об этом расскажу дальше. Почему важно, да, сортировать отходы? Потому что 450 килограмм пластиковых отходов образует в год каждый человек. То есть это огромные объемы, если это умножить даже элементарно на наш город, да. Если бы отходы, которые выбрасывают все жители России, можно было из них выстроить башню метр на метр, то можно было бы уже добраться до Луны. Я думаю, что для вас известно, что есть острова из мусора. У нас в океане их уже большое количество, на них уже можно начинать жить. И вот пример, да, один мусорный остров равен 50 тысяч многоэтажных домов. Животные очень сильно страдают, да, страдают многие популяции, они уже сокращаются, некоторые животные вымирают, очень сильно страдает водный мир, там страдает растительность и все обитатели нашего водного мира. Так вот, собственно, что у нас представляет из себя раздельный сбор отходов и что нам с этим можно делать, да, как разобраться. Вообще сортируете отходы? Сортируете. Уже хорошо в этом прям разбираетесь. Ну, пришли доразбираться. Доразбираться, да. Да, что лекция такая для тех, кто встал на путь истины, так скажем, да, в первую очередь. Вот. Сдавать на самом деле на переработку можно все. Когда говорят, вот это не перерабатывается, врут, перерабатывается все. Просто есть города, где нет еще технологий, которые используются. Ну, у нас на самом деле в городе сейчас можно переработать практически все. Просто прием есть не всего, в этом только проблема, да. То есть есть некие упаковки, кстати, сейчас тут не взяла, вот, например, которые блестящие изнутри, да, из-под чипсов, там, печенек. Их перерабатывают, но, к сожалению, пока некуда сдавать. Я сейчас нашла одного человека, который в городе у нас их принимает, эти упаковки. Их, ну, тут только надо наладить их сбор от жителей, да, и отправлять их, потому что и прием идет не в любом объеме, потому что им надо загрузить машину, да, и смочь это переработать. Так, ну, начнем, наверное... А давайте начнем с макулатуры. Вот почему-то смотрит она меня, да? Что у нас относится к макулатуре, и это можно сдавать на переработку. Это различные бумажки, это различные картоночки, газеты, тетради, листовки, да? Все возможные. Печатная продукция, и это книги. Это можно сдавать на переработку. Ну, книги, конечно, лучше не сдавать на переработку, отдавать людям, почитать, отдавать в библиотеке, если они готовы это принимать. Что у нас не относится к макулатуре и закидывать в контейнер с макулатурой не надо. Это у нас всякие бумажные одноразовые стаканчики, потому что вовсе они не бумажные, это смесь материалов, то есть здесь обязательно есть клей, здесь есть пластик. Сложная технология для переработки, то есть надо все это отделить, а потом переработать. Поэтому, к сожалению, ну вот в Новосибирске пока нету такого. Вот, не стоит туда кидать салфеточки, никто их не будет перерабатывать. Если они в идеально чистом виде, можно. Ну, зачем выбрасывать чистые салфетки, да, которые можно еще использовать. И различные фотографии, то есть фотокарточки нет. И все, что ламинированное, тоже не подлежит у нас переработке. Вот. Кстати, мне интересно. Там у меня... Так. Вот так. Значит, будем так рассказывать. Следующее. Что мы еще сортируем? И это перерабатывается бесконечное количество раз. Это стекло. Из чего делают стекло?
Из песка, да. Переработать можно бесконечное количество раз. Прекрасный материал, надо сдавать на переработку, и будет из него сделано что-то новое. У нас тем более есть завод «Экран», который это прекрасно перерабатывает, и объемы им нужны бесконечные. Вот. Лампочки туда скидывать нельзя. Вот. Туда нельзя скидывать фаянс, туда нельзя скидывать керамическую посуду, туда нельзя фарфор скидывать. А хрусталь тоже не надо, это именно все, что из стекла. То есть посуда из стекла, бутылки, все можно. И стекло в битом виде тоже можно. А этикетки? Этикетки снимать не обязательно, они с этим справляются прекрасно. На самом деле этикетки вообще со многого можно не снимать. Вот. Сейчас много тоже компаний, которые, вот, например, бутылка, ничего с нее не надо снимать. То есть ее прекрасно, этикетку там снимут, это все сделают машины, люди. Вот, пластик, перейдем к пластику, да, у меня тут множество его. Пластик у нас 7 маркировок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, все легко достаточно, как 7 пальцев, да, почти как 5. Вот, что у нас относится к первому пластику? Это вот пластиковая бутылка, легче всего перерабатывается, все рады ее принимать и прекрасно с ней справляются, да. Вот, это у нас единички. Что у нас относится к двоечкам? Да. Кстати, единички бывают контейнеры, они тоже прозрачные, различного вида. Вот это шестерка, это не единичка. Вот, к сожалению, их в Новосибирске пока сдать некуда. То есть вот с этим контейнером проблема. В них часто упаковывают всякие десерты, то есть такие симпатичные прозрачненькие контейнерики, единички. Их лучше обходить стороной, но не всегда есть такая возможность, поэтому идет в обычный бак. Двоечки. Двоечки – это у нас в основном упаковка шампуня, крем, там всякие уходовые средства. Это вот двоечки. И двоечки – это у нас пакетики. Такие вот шелестящие пакетики упаковочные. Это у нас маркировочки двойки. Вот. Следующее у нас идет тройка, но тройки здесь нет, потому что тройка вот в нашем быту применяется только вот подоконнику настройка. Ну, то есть это не то, что мы будем точно сдавать на переработку ежедневно. Четверочки. Это у нас пакеты другой. На ощупь они другие, да. То есть вот этот он пакет, он такой шелестящий, а этот он такой мягкий. Вот. Вот эта четверка, это двойка. Тоже прекрасно принимают на переработку, перерабатывают, никаких с ним проблем нет, можно сдавать, можно будет сдавать нам в экоцентр. Вот, здесь я тоже принесла еще одну двоечку показать, это вот химия тоже у нас часто двоечки, это всеразличная химия, она практически всегда в двойках, такой плотный достаточно пластик, в двойку любят упаковать. Так, теперь мы переходим к пятерочкам. У пятерок у нас есть твердый пластик, есть мягкий, да, это вот всякие пакетики под крупы, конфетки, печеньки, вот самое распространенное, макароны, вот, и контейнерики. То есть они бывают вот такие, йогурт это в основном, и они бывают пищевые. Они тоже выглядят примерно как этот, но на ощупь разные. То есть вот этот пластик, он такой мягкий, а шестерки, они вот такие вот шелестящие, твердые. Да, это у нас, кстати, тоже шестерка, тоже она такая вот жесткая, шелестящаяся, как будто хрупкая, да, ломается легко. Вот, вот это тоже можно прекрасно сдавать, но есть одно но. Это все должно быть чистым. То есть вот эти контейнеры, если вот это, например, может быть немножко грязным, там, с остатками напитка, они все равно это все перерабатывают. Здесь тоже может оставаться немножко химия, ничего сильно критичного. Единственное, приносить в экоцентр не очень хорошо, потому что будет у нас неприятно пахнуть, пока мы это все накапливаем. А вот это в грязном виде не примет никто, у них портится машины, которые перерабатывают, это обязательно должно быть чистым. Поэтому вот с этими контейнерами тоже большая проблема. Никто из-за них не хочет браться, потому что все трудно, грязно, и принимают только вот то, что идеально чистое. Вот. Ну, в посудомоечной машине можно помыть, можно руками помыть. Вот. Иногда отмыть сложно, когда это какая-то была жирная еда. Но все возможно, посуду же отмываем. Вот. У нас все это получается. Кстати, в двойке забыла еще сказать, что у нас еще это крышечки. А знаете, почему родились вот эти акции сбора крышечек? Не потому что это что-то уникальное, да, там и особенное, а потому что просто маленькое, компактное, легко дома хранить, детям нравится собирать.
и поэтому придумали эту акцию. То есть это не потому, что что-то невероятное, а просто из-за простоты сбора. Вот, так. Кстати, вот разовая вот эта вся ерунда, все разовые тарелки, разовые стаканчики, вот это все пятерочки у нас идут. Вот, это все пятерочки, это вот то, что стоит избегать, я об этом скажу. Вот, то, что будем обходить стороной. Вот, так, следующий у нас металл, что мы сдаем в металл и перерабатывают это прекрасно. Это у нас алюминиевые баночки, различные алюминиевые упаковочки, жестяные баночки. Вот, тоже желательно все сдавать в чистом виде, потому что иначе очень неприятно пахнет. Вот, батарейки, хоть они у нас и металлические, туда закидывать нельзя, сдаем мы их отдельно. Также мы сдаем отдельно лампочки, да, это достаточно опасные отходы, их важно сдавать отдельно. Вот, например, там одна батарейка, да, она загрязняет вокруг территорию 20 метров. Вот, это примерно там территория обитания, как говорят, сдай батарейку, спаси ежика. Почему, да? Потому что ну, на этой территории предположительно может обитать один еж, там произрастать, не знаю, две березы, большое количество различных растений. Поэтому вот так стали это именовать. А, что касаемо лампочек, здесь у нас лампочки есть различные, да, есть лампочки, которые ртутосодержащие, поэтому их очень важно сдавать на переработку. Например, в Новосибирске это Колыванская 4, там у нас находится пункт приема, туда можно и разбитые градусники в том числе сдавать. Вот, там все достаточно примитивно, то есть это на улице металлический бак, подошел, открыл, положил, ртутный градусник, хорошо упакованная ртуть разбитая, в том числе туда можно приносить и сдавать. Когда-то у нас было это в Меге еще удовольствие, теперь нет. И раньше всегда принимала еще компания Радиотехника, все филиалы, они принимают лампочки. На сегодняшний день, честно, не знаю, надо ну, у них интересоваться, не ушли ли они от этого. Ну, по-моему, и батарейки принимали, а сейчас... Нет, все ушли, да, они? Ну, как бы... Потому что это все надо сдавать за деньги, я думаю, что в целях экономии, при нынешней экономике, я думаю, что они от этого, скорее всего, и отошли. Вот, но батарейки на сегодняшний день очень много кто принимает, это в ДНС стоят сейчас контейнеры, это были центры МТС, принимали одно время фермер-центры, они ставили контейнеры, очень много контейнеров для батареек, вот, в том числе мы принимаем батарейки, и вообще все вот это добро мы тоже принимаем, можно все это нам сдавать, как нас найти, наверное, знаете, да, наши пчела, нижнее подчеркивание, у нас РУ, сайт у нас пчела.ком. Вот. Еще в Новосибирске начали перерабатывать вот такие вот прекрасные тетрапаки различные. Они бывают такие. Здесь у нас только пластик и картон. А бывают они еще с металлической прослойкой. В общем, у нас взялась за это компания Tiger. Начали они это собирать. Но пока у них мало пунктов, там всего два. Честно, на память адреса не вспомню. Надо гуглить. Да? Ну вот, прекрасно, тем более. Также обязательно важно сдавать на утилизацию медицинские отходы. Их никто от граждан не принимает. Все компании, которые предоставляют те или иные медицинские услуги, они обязаны их сдавать на утилизацию, то есть их обязывают по закону. А куда жителям простым выбрасывать мест, таких, к сожалению, нет. Но мы эту акцию уже давно затеяли, она уже у нас минимум год действует. Совместно с компанией «Утилитсервис» мы их принимаем и отправляем им на переработку. Вот сбор у нас от граждан. И, как я знаю, пара аптек муниципальных тоже себе контейнеры такие установили в этом году. Вот. Но адреса точно не знаю, но знаю, что такое появилось у нас, к счастью. Так, о чем еще не упомянула, о том сейчас еще упомяну. Это у нас для деток игра. Вот, про батарейки, ежики рассказала, крышечки, лампочки. Вот, давайте теперь киньте вопросы. Вот, что осталось неясно? Ну, как говорится, я не из тех, кто, как говорится, вообще не просветленный в этой теме. Вот, например, у меня этот вопрос. А почему, например, салфетки это не макулатура? Салфетки – это макулатура, но салфетки чистые мы же не выбросим, мы их, скорее всего, запачкаем чем-то жирным, какими-то пищевыми отходами. Поэтому мы их не будем выбрасывать, потому что они грязные, уже не подлежат переработке. Вот, их в идеале вот в бане сжечь. Это и самый экологичный способ, если баня есть. Вот,
Вообще, на самом деле, сортируй, не сортируй, лучше всего самый главный наш путь и маршрут – это меньше этого брать. То есть стараться уходить от этих упаковок. То есть иногда действительно мы можем избежать лишний пакет, да? Потому что, ну, иногда часто у нас такие нелепые ситуации в супермаркетах случаются, когда тебе вот такую уже 10 раз упакованную крупу запаковывают еще в пакет и дают. Зачем? Она уже априори упакована. Там бананы, например, тоже они не нуждаются в пакете, в дополнительном. То есть есть вещи, где, ну, где мы можем сократить действительно это потребление. Мы можем прийти и не брать вот этот пакет, да, взять шопер, принести свою сумку, которая у нас многоразовая. Есть тоненькие очень, которые легко в сумочку, в дамскую как минимум точно вмещаются, и можно все это использовать. Есть особые главные ярые любители, они обходят одноразовые контейнеры и ходят со своими контейнерами, то есть приходят, упакуйте мне в свой. Есть компании, к сожалению, нелояльные к этому, потому что они говорят, а мало ли что вы принесли в своем контейнере, упаковывать не будем, мы тут вам продукт продадим, и вы нам придете, скажете, плохой, а на самом деле у вас там были какие-то остатки там пищи, бактерии, еще что-то, и вы отравитесь. Но это как бы уже кто уж совсем, на кого совсем пандемия надавила, так скажем. Вот. Но со своим контейнером приходить можно, многие все-таки к этому относятся позитивно и хорошо. Так, что мы лучше всего обходить нам стороной, это вот одноразовые трубочки. Для меня это вообще непонятное изобретение человечества. То есть, да, есть случаи, там, ну, необходимость медицинская, да, какая-то. Вот, и есть, ну, там, не знаю, красная помада, девушкам жалко ее стереть. В остальных случаях я не понимаю, зачем. То есть, это... А пятерка уже все равно принимает? Нет, мелкая, к сожалению, она там у них как-то выпадает, почему-то не хотят трубочки брать. И вилки, ложки тоже не хотят, то есть оборудование почему-то это добро плохо принимает. Плюс вилки, ложки вообще практически не отмываются, одноразовые, это не любят тоже. Так, одноразовые салфеточки использованные тоже никто перерабатывать не будет. Вот. Потом вот эта вот мелочевка всякая, вот это вот перемешать, да, тоже, ну... Вряд ли. Маловероятно. Ну, фантички, их можно в пятерочку. Это всегда у нас пятерочки. То есть их можно туда в пакетик накладывать и потом сдавать. Да, и вот стаканчики. Со стаканчиками тоже всегда эдакая загвоздка. Но я сейчас нашла компанию, которая их берет. Тоже чистые должны быть, без ароматики. Складываем один в один, нам приносим, и потом их отправим вместе с пятерками, то есть с контейнерами и со всем на свете. В принципе, если трубочки чистые, мы их тоже можем завернуть туда, подложить. Но возьмутся ли они за них, честно, гарантии не дам. Вот. Так что, ну вот, коротко о главном, о раздельном сборе. Что еще? Есть какие-нибудь вопросы? Вот что не знаете? Штука, интересно. Туалетная бумага, их вот почему-то... Есть. У нас сейчас есть, кто берет. У нас есть компания, у которой есть запрос на контейнеры из-под яиц, вот эти вот, которые несимпатичные серые, да? Вот, такие смятые бумаги, картонные. Вот, и втулку вот туда же. Да. Да. Да, то есть вот этот материал сейчас есть на него, переработчик, мы будем его вот в экоцентре, когда откроемся, будем это тоже собирать. Mm-hmm. Да, надеюсь, что в ноябре мы уже будем открыты для людей. А экоцентр где будет? Экоцентр у нас будет в центре города, потом будем публиковать у себя, пока еще такое-то. Ну, то есть наша основная загвоздка именно в помещении, поэтому мы еще немножечко это паузу тянем. И в экоцентр можно будет тоже приносить? Вообще все. Там мы будем принимать все. У нас там будут вот и медицинские отходы от граждан, и там батарейки, все, что я сейчас перечислила, мы точно будем принимать. И такие диковинки, как пластиковые карточки, всякие там скидочные, да. Банковские вряд ли кто-то понесет, да, это все режется и в банке сдается. Вот. А всякие скидочные, их можно тоже перерабатывать. Вот. Потом ручки пластиковые, зубные щетки. Вот эти все мелочевку мы тоже. Мы, кстати, принимаем и бамбуковые зубные щетки в том числе. У нас есть один экоактивист, который их потом компостирует старательно. Ну и будем, я думаю, что иногда акции проводить по приему и органических отходов. Кстати, ничего не сказала про органику. Вот, очень интересная тема, потому что она вообще полностью отсутствует в нашем городе на сегодняшний день. Потому что, ну, органику сдавать некуда. И мы, к сожалению, вот это все смешиваем, выбрасываем. И в этом вся загвоздка. Если бы у нас сейчас на полигонах не было органики, первое, они бы не горели. Они самовозгораются из-за
органики, там выделяются газы, они очень легко самовоспламеняются, и как бы в этом вся загвоздка. И мы бы могли все свалки разобрать просто от и до и переработать. Вот, если бы там не было вот этой массы жижи, которая уже все сырье испортила. Вот, а так все можно. И, кстати, не сказала про технику тоже. Электронная, бытовая, мы также ведем ее прием. И у нас есть компания Ритека, которая идеально перерабатывает. То есть они отделяют и все пластиковые части, отправляют на переработку, и все, ну и все остальные. Всю технику. Любую технику, вообще любую. Даже там какую-то диковину иногда пишут. У нас тут есть какая-то установка там по очистке воды, там какая-то особенная, неважно. Все это разбирается, делится на материалы и перерабатывается. Вот. Так что... Тетрапаки вы даже вырезали и... Да, да, крышечку. Крышечку надо убирать, да, и отдельно в крышечке. Они, кстати, легко отрываются, прям вот так, я их легко вырываю всегда. Прям несложно. В некоторых, по-моему, вот в этом не сильно легко. Тут, по-моему, вырезала я. Вот, а так они прям легко рукой, чик, и все. Сок. Как раз про крышки я услышал, то, что когда... Нет, не обязательно. Ну, например, в всяких экоцентрах, да, где народ заморачивается, то есть мы отделяем крышечки, потому что у нас сейчас еще велошреддер появился, видели, возможно, в Центральном парке, да, который у нас крышки перемалывает, и мы уже потом как бы частично переработанный будем сдавать материал. Вот, а вообще, на самом деле, переработчику не принципиально, то есть это все вместе прессуется, отправляется, и потом, ну, оно разделяется. Тут нет такого, но там нам, например, в экоцентре надо будет все-таки отделять, потому что мы там прям заморачиваемся, сортируем и отправляем все по отдельности на переработку. Вот, здесь, да, такой момент. И смятая бутылка тоже, ну, как бы ее... Наоборот, смотрите, наоборот надо смять, надо все смять. То есть это у меня сейчас не смято по той причине, что мне как бы удобнее показывать, да, если будет смято странно, вы не поймете, что это такое достало. Вот, а вообще на самом деле, чтобы компании не перевозили воздух. Вот на сегодняшний день во всех контейнерах все вот так лежит. Это неправильно, то есть может больше поместиться, и это же тоже сокращение воздействия на экологию, да, на нашу, то есть это сокращение углеродного следа. Машина приедет за отходами меньше раз, следовательно, меньше будет топлива использовано, да, меньше и остальных тоже ресурсов, там, автомобиля, а также будет задействовано меньше. А так, получается, воздух возят, а если это будет смято хорошо, на самом деле ногой просто хоп-хоп-хоп, а она... плоская. Дети любят детям подкидывать, они топчут эти бутылки только так. Вот. Лучше сминать отходы, да, все причем. И контейнеры сдавать, ну, правильно, как бы один в один, да, чтобы это все компактно было, чтобы это удобно было. Вот. Крышечка в крышечку, там, да, бутылочку. Но эту, честно, я смяла, там, съемки у нас были, чтобы марку не было видно. Вот. Но все надо сминать, да, все минимизировать объемы надо, вот. Но все-таки вот в бытовых условиях с органическими отходами что мне сделать? Варианты. Если я не на даче живу, ну, летом на даче, понятно, мы там да, просто выбросили, да. И вообще ничего в мешок не ушло. Не только от еды кота вот пакетики в мешок уходят, остальное мы как бы все куда-то пытаемся. Ну а, да, здесь на сегодняшний день. Я приехала в квартиру, и что? Я поела арбуз, куда мне делать? Согласна. Очень сложно, на самом деле. Самые замороченные, прям эконутые, как так скажем, на все части тела, вот, увозят в лес. Ну, потому что органика легко там разлагается. Высыпали там, прикинули какое-нибудь листвой, чтобы это было эстетично. Да, кто-то выкапывает ямку, засыпает органику, закапывает. Ну, прям... кто сильно заморачивается. У меня, честно, есть своя компостная яма за городом, то есть я в квартире живу всю неделю, в выходные езжу туда или передаю с кем-нибудь, кто туда едет, если не еду на выходные. Вот, у меня контейнеры, то есть зимой вообще идеально, ведро, все это на балконе замерзает, потом чих и увезли. Вот, и самое это прикольное еще в этом что, то есть я... У меня ведро может наполняться месяцами под раковиной, да, то есть я не выношу мусор вообще, потому что у меня нечему там пахнуть.
То есть там все чистое, там нечему издавать запахи. То есть я не хожу вообще... Я, кстати, вообще не выношу мусор в обычное наше ведро. То есть мне нечего туда выносить. Я все сдаю на переработку, я прекрасно в этом ориентируюсь. То есть мне нечего знать. Есть, ну, за редким исключением, некоторые вещи, там какие-то там средства гигиены, которые выбрасываются. Вот, а остальное все как бы сортируется. И органика зимой у меня замораживается, вывозится. Летом... в морозилку. У меня, ну, контейнерики, морозилку, но кто много готовит, конечно, сложно, морозилки может не хватать, да. Можно также в закрытом виде на балконе, чтобы это не издавало тоже неприятных каких-то ароматов. Так, да, на сегодняшний день только два варианта. То есть это или свой своя компостная яма где-то, да, на даче в частном доме, или это вывоз за город. У нас есть тестовый такой эксперимент. Мы поставили один компостер на улице, Лежена у нас на форуме, был сборный компостер, средств, и мы как бы, ну вот у нас выиграл двор один, и мы там установили этот компостер. Получилось здорово, конечно, но объем небольшой, там всего 1000 литров, то есть она достаточно быстро заполнилась, там как бы ее бактериями не проливали, все равно это процесс такой медленной переработки, но действительно внизу потом образуется... действительно грунт черный, его потом выбрасывают, снизу открывают, недавно видео у себя выкладывали, то есть там снизу контейнер открываешь и получается забираешь то, что переработано, и рассыпаешь там, ну, по газонам, грядкам, куда нужен, куда этот компост пригодится, да, потому что он такой хороший очень, содержит много полезных для растений веществ на тот момент. Вот, интересный у нас эксперимент, но конечно, для большого жилого дома нужен масштаб такой, ну, профессиональный более. То есть это большие установки, куда жители будут сбрасывать органику, она будет быстро перерабатываться, уходить, она будет преобразовываться в газ, там, да, и вот в этот компост, например. Ну, то есть там технологии разные есть. В интернете все есть, есть уже эти технологии, они используются, но мало как бы. Там, в Москве, в Питере есть, кстати, пара таких экспериментальных тоже уже образца, но пока у этих проектов, ну, масштаб не вырос. У нас на самом деле есть в городе компания, которая перерабатывает органику, потому что, например, приехала машина там, да, молока, она вся испортилась там по какой-то причине, да, вот, и... производитель обязан это правильно утилизировать, то есть он просто это выбросить не может на полигон, то есть, ну, его оштрафуют за это. Вот, и они сдают вот в эти компании, которые профессионально это утилизируют, называется компания у нас «Биогаз», и она как бы действительно это делает, то есть интересная тоже штука. Вот, у нас есть глобальная идея, кстати, вот здесь у нас был когда-то круглый стол, мы обсуждали эту идею, как у нас масштабировать в городе сбор органики, там, от тех же кафе, рестораны, да, жители, вот, идея интересная, но пока не вижу возможности поддержки со стороны государства такого проекта. Вот. Ну, возможно, какие-то гранты могут поддержать, но это временный эффект. То есть надо же, чтобы этот потом постоянно поддерживался проект, и он постоянно будет требовать вложений. Вряд ли он будет рентабельным, приносить какие-то с этого доходы. Не факт, что будет возможно. В общем, ну, такой интересный проект, но он еще неизвестно, когда реализуется. В Новосибирске точно. В общем, жить нам всем в частных домах надо. Самый экологичный образ жизни, да, вести. В частном доме можно сжечь лишнее, ну, то есть за что-то грязное, да, и то, что можно сжигать, да, какие-то вот такие салфеточки, вот. И другое можно отсортировать, сдать в баки. У нас сейчас и за городом есть баки для сортировки. Ну, вот, а остальное в землю должно идти по-хорошему, органика вся. И тогда... И на самом деле органика — это большой объем, то есть если отделять органику, понимаешь, что, ну, большой объем действительно составляет именно, ну, примерно 50 на 50 пластик органика, то есть вот так. Да? Я работаю в управляющей компании, мы обслуживаем один ЖК, mm-hmm. где косим траву ежедневно, mm-hmm. ежедневно мы с газонокосилки траву вынуждены выбрасывать. Да, вот, какой объем органики, опять же. Это, да. Ну, он косит реально с утра до вечера. Да. И
Ну, здесь это, конечно... На самом деле, я знаю еще случаи, вот, например, ЖК Стрижи, они пробовали делать компостную там загородку, яму. Да, у вас, да. Эту тему развить, вы начали, что мы тут в мухах все зарастем. Да. Ну да, 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 вот это такой скептицизм к этому есть. На самом деле, вот наш компостер, который стоит, никаких мух и запахов не издает. А где у вас? На Лежена. Адрес могу скинуть потом, точный. Вот, у нас там как раз жители активны, очень управляющая компания активна, они вот это, за это взялись, ведут наш этот проект дальше. Ну, так хорошо, но объем небольшой, да и, собственно, жители, конечно, в это вовлеклись не все, ну, то есть тут... Тоже очевидно, да. Ну и вы, как управляющая компания, я думаю, что вот это добро принимаете, да? Мы обязательно принимаем это добро, мы обязательно принимаем макулатуру. У меня дворники ходят периметру и собирают отдельно железо, отдельно стекло, и все это мы... Сортируете, да? Сортируем, здорово, да. Молодцы. Все, что можно сортировать. Да. Они не будут лазить в контейнере и вычищать там... Конечно, все. Нереально. А то, что мы можем, то, что ИЗУР все сортирует. И вы, у вас есть контейнеры, да? Да, есть контейнеры. Угу. Молодцы, здорово. А лампочки тоже? Или с лампочками? Лампочки, вот надо, кстати, мы свои, естественно, мы же сами все лампочки меняем. Мы свои все на учебу вывозим. А вот жителей нет, вот сейчас я записала себе. Да, да, да. Да, ну, можно даже, да, по-хорошему, конечно, вам это делать, но можно как в рекомендательном порядке сделать какое-то объявление, да, куда можно отвозить. Да, да, да. И вывозить туда, туда можно, ну, действительно, вывозить, поставить там коробку, вот. Я думаю, что это тоже все реально. А какое у вас, какая управляющая компания? Мы обсервис обслуживаем, вот, например, ЖК «Огни Сибири», рядом с центральным рынком. Здесь вот коммунистический 34, где-то совсем рядышком. Хорошо, молодцы, здорово, что тоже заморачиваетесь по этому поводу. Ну, конечно, заморачиваемся, объем это колоссальный. Да, да, конечно, опять же, это же и финансово выгодно может быть для вашей компании. Я думаю, что вы это тоже используете, потому что сдаете же, можно же сдавать сырье за деньги, да. Жители, кстати, тоже могут это делать, можно накапливать, отвозить, сдавать. Ну, откровенно скажем, это небольшие деньги совсем, то есть надо... Надо очень много накопить, чтобы почувствовать какую-то в этом пользу, но финансово это может быть тоже интересно, да, можно накопить макулатуру, сдать. Проект разделенный с мусором, это обычно такие решетки стоят для пластика. Я правильно понимаю, что они там собирают вообще всякий пластик? Нет, надо смотреть, что написано на решетке, вот что написано, то и собирают. Вот, все собирают разное, то есть у всех есть свои какие-то ограничения, кто-то не берет, ну вот шестерку, пятерку вообще как бы не особо жалуют, это вот такие вот контейнерики все, и вот такие вот пакетики, вот именно из-под крупы печенек, вот это вот тоже не любители все этого материала. Они плюс-минус одно и то же собирают. Они все собирают вот это, крышечку, двоечки, вот эти все упаковочки такие, вот эти все. Вот это они все с радостью собирают. Еще они вот это все металлическое принимают там в основном. И стекло некоторые, не все. Сейчас от стекла тоже многие ушли, потому что у него очень низкая стоимость. То есть очень невыгодно его сдавать. Ты загрузил газель и оправдал газель, называется. Ну, то есть ты собрал гору, отсортировал гору, загрузил газель и оправдал только транспортные расходы практически. Ну, то есть, к сожалению, ну, вот стекло такое вот стало невыгодное для... И поэтому и пропал сбор бутылок раньше там во дворах был, да? Цена упала и стало невыгодно. А раньше выгодно было. А вот еще такой вопрос. Если, условно, стекло, бумага, непонятно, легко делится, а вот это вот дробление пластика, вот для дилетантов, я вот что-то не обращал внимания, маркировка вообще, насколько... На самом деле, сильно для дилетанта действительно можно не заморачиваться, начать хотя бы с того, что просто отделять пластик, металл, стекло в один пакет. Ну вот просто пластик, стекло, металл, но в чистом виде, чтобы вот без органики, без еды в контейнере. Вот. А так можно вот действительно вот так вот скопом и в контейнер, да, они будут досортировать. Но лучше обратить внимание, конечно, на маркировки и не докидывать им туда лишнего.
А вообще, насколько активно сами производители маркируют? Вообще сейчас обязаны все. То есть сейчас должно маркироваться все. И я очень редко сейчас вижу упаковку, которая не промаркирована. Прям очень редко. То есть те, кто этим не интересуется, просто пропускают это мимо глаз, получается? Да нет, я думаю, что не пропускают мимо глаз. Просто это обычно снаружи. То есть, ну, контроль же идет, да, снаружи упаковка промаркирована, а то, что внутри вкладыш какой-то, он бывает не промаркированный. То есть, ну, какой-то вот, какая-то основа пластиковая, например, внутри. Но это очень редко сейчас. Сейчас все обязаны, это контролируется. Вот. Ну, опять же, во всех странах свое законодательство, поэтому тоже есть какие-то свои нюансы на привезенный к нам товар. Еще я, кстати, ничего не сказала про семерки, да, что у нас к семеркам относится, что-то я так на шестерках остановилась. Вот, семерки, что у нас к ним относится? Это у нас пакеты под заморозку, в основном это вот всякие там овощи, да, замороженные, ягодки замороженные. Вот это в основном в семерках. Он такой плотный, мягкий обычно материал, то есть он не такой, как этот, плотней, но тоже на ощупь примерно такой же мягкий достаточно. Вот, и это у нас пластиковые детские игрушки. Вообще, что такое семерка? То есть вот это все, ну, определенный материал, да, там полипропилен и так далее, да, можно перечислять все материалы, вот. А семерка – это смесь материалов, то есть взяли разный-разный пластик и смешали, вот и получилась семерка. То есть там взяли, вот несколько видов смешали, что осталось, остатки хвосты намешали и сделали из них. Вот эта семерка называется. То есть мы его слепили из того, что было. Вот. И это детские игрушки лепят, к сожалению, из того, что было. И они ну, порой даже токсичны, то есть вот к сожалению. То есть на детские игрушки я бы заострила точно внимание, когда вот берем своим детям, да, семерки – спорный момент. То есть особенно если это груднички, которые все в рот, все в рот. То есть очень спорно, потому что может быть действительно токсично. Вот, грудничкам лучше брать там, да, пластик, силикон, там, из ткани различной. Стекло точно не стоит брать ребенку, хотя вполне экологично. Вот, и пятерки нормально будет. То есть вполне в пищу пригодно. Вот. А семерки лучше избежать, хотя их большинство, мы сейчас их будем принимать. То есть мы будем принимать семерки все в кучу, пакеты отдельно семерки, все остальное, вот то, что к ним относится. Это бывают тюбики всякие из-под косметики, это у нас игрушки, вот много что семерки, то, что слепили из того, что было. Вот. И мы будем их отправлять, их берут, отправляют в Москву, Москва из них тоже потом лепит что-то новое. Вот. Так что есть еще такой у нас материал. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, вот я так понял, что расчеты на какой-то государственный или централизованный вот такой раздельный сбор мусора, надежды сейчас нет. Нет, она и есть. Она есть. У нас даже сейчас есть проект в городе, который сделали, ну, как бы муниципалитет это сделал. У нас очень много контейнеров добавилось раздельного сбора. Там чуть ли не порядка, ну, не буду врать, да, ну, вот примерно что-то там чуть ли не 3000 контейнеров расставили. Это и парки, и скверы, и в различных районах расставлены. На сегодняшний день это без опознавательных знаков контейнеры. Они оранжевые, я видела, синие видела. Такие сетки. Раньше у Арктики Сити были такие, вот, а теперь вот у них, но только другого цвета. То есть это синий, оранжевый, без табличек каких-либо. То есть в парках стоят, к сожалению, жителям пока непонятно вообще, что туда забрасывать, куда это увозится. И, ну, к сожалению, информация пока... Мы даже уже писали несколько писем. Давайте мы снимем ролик, расскажем, как вы, куда вы вообще это везете. Ну, как бы людям хотя бы какое-то просвещение этого дела сделаем, но пока без ответов, то есть история. То есть она пока вот такая вот немножечко шаткая, но движение есть. То есть какая-то надежда есть. Надежда есть. Надежда не всегда умирает последней, поэтому надежда есть. Есть ли у нас кто-нибудь, кто хотя бы, ну, относительно массово как-то этим занимается? Не единичные какие-то там пары и так далее, чтобы вот... Есть, где стоят контейнеры, жителям предоставляется эта возможность, но сказать, что вот в этом доме все жители знают о раздельном сборе, ну вот я такого пока сказать, к сожалению, не могу. Но есть отдельные индивиды, так скажем, в любом случае.
Плюс есть же акции, есть акция, там давно существует «Зеленая белка», у них, они принимают вторсырье там по районам, молодцы девчонки, как бы давно это продвигают, одни из первых вообще эту тему завели, вот, это вот, ну, так скажем, те, кому я бы тоже доверяла, да, вот мы сейчас тоже откроем экоцентр, то есть у нас, ну, гарантированно все уйдет на переработку, там, до мельчайших каких-то там частиц, вот, потому что мы, ну, будем в этом достаточно скрупулезны, вот. А так, сказать, что вот, вот этот дом, ну, пока нет такого. Ну, я, кстати, могу сказать, что вот у нас в Кольцово стоят заземленные контейнеры практически в каждом дворе. Они наполняются реально за 3 дня. Вот 3 дня, и он Да. Есть, и я смотрю, что люди туда чистые отходы несут. Они не просто там молоко попили и туда бросили, а все это чистенько. И на «Зеленой белке», кстати, тоже я вот у них несколько раз там волонтером была, народу тьма просто. Тьма, да, просто много. 45 минут мы не успеваем вообще. Да. Такая, да. Очень активный народ, это так приятно. Не, вовлеченность жителей 100% растет, сортируют 100% больше, переработчиков становится больше и больше. Перерабатывают практически все. Кстати, мы еще принимаем и ткани различные, отправляем тоже на переработку, тоже о них еще не сказала. Не обязательно. Нет, не обязательно. То есть мы отправляем именно на переработку. То есть есть то, что хорошее мы сортируем, отдаем нуждающимся, да, отправляем там в различные центры с нами. Ох, как ветер задул. Вот, но и ветошь, то есть то, что уже непригодно, это будет измельчаться и делаться, из этого будет новая ткань. Да, то есть это мы тоже отправляем. У нас есть один такой заводик в Новосибирске, который это делает. Вот, то есть он все разделяет, измельчает, там, куда-то сырье отправляет. Вот, до этого мы еще докопаемся. Еще к ним попристаем немножко. Так что. А вот сейчас можно так сказать, я уж не важно там конкретные цифры, но чтобы вот эта вот переработка раздельного собранного мусора, что она там растет постоянно, есть ли какой-то там устойчивый тренд? Да, ну вот даже тенденция акций тоже показывает, что людей становится на акциях больше, 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 приносит больше, больше и больше. Но опять же, круче будет наоборот, если приносят меньше и меньше, то есть когда, если это будет динамика сокращения потребления. Вот это вот результат на самом деле будет. Но раздельный сбор и дальнейшая переработка – это тоже выход, тоже вариант. Но идеальный вариант, как бы, вот он уменьшать вот это добро. И это возможно, то есть мы много используем лишнего. Когда начинаешь сортировать, начинаешь понимать, что ну вот прям много лишнего, прям чересчур. Вот. Но я, например, не использую разовую посуду. Там вчера даже у меня встреча была, я собрала набор посуды. Ну, как бы у меня есть много многоразовой посуды, то есть она не занимает много места. На компанию там 8 человек я привезла вот такой пакетик с посудой. Ну, то есть небольшой, не легкий, не тяжелый, там, да, 8 стаканчиков, 8 плоских тарелочек, там, больших тарелочек. Ну, то есть потом в посудомойку все помыла, для меня это вообще не составило большого даже труда. Вот. Но мы не использовали вот это, не делали лишний объем вот этого. Вот это вообще бесполезный мусор, то есть это огромный объем какого-то вот бесполезного выброса. Секундное. Да, секундное такое потребление, да, материалов. Вот это вот, ну, желательно от вот этого уходить, конечно. Есть медицинские центры, они от этого не уйдут, то есть это их специфика. Вот, но они это и неплохо утилизируют, то есть у них все с этим здорово. Но есть как бы обычные учреждения. Зачем? Например, мы бежим, забегаем в кафе, да, и часто вижу, ты сел в кафе, ты пьешь, ну зачем же ты пьешь-то вот из этого? Ну там, да, сидишь, пьешь из такого стакана, хотя это же вредно, то есть здесь есть внутри пластик, он выделяет, если горячий напиток, вот в это горячие напитки наливать нельзя. То есть вот эта пленка пластиковая, она выделяет вредные вещества в твой напиток, так и гарантированно это пьешь. И это, ну, вызывает даже, ну, уже и доказано, и протестировано ряд опасных заболеваний. Вот, когда можно сесть из приятной, красивой чашечки многоразовой попить, это даже, ну, приятней. Это эстетичнее, приятней. Вот, ну, то есть вот от таких каких-то вещей мы легко можем отходить. Вот, я, например, хожу со своей термокружкой, то есть всегда, ну, сейчас она в машине у меня.
удобно, я могу с собой взять, и там в машине у меня всегда с собой, там, или вода в ней, или там кофе, чай, да, например, кофе вообще не пью, на самом деле, чай, там может быть только, вот. В общем, можно остановиться и выпить напиток, обойтись без стаканчика, например, вот, но мы все привыкли сейчас, у нас какое-то такое становится стремление к одноразовому, то есть многим кажется, что это чище, ну, то есть есть, например, там даже та же компания, она соберется, но есть тот, кто предпочтет все равно одноразовый, потому что ему кажется, что вдруг тот стакан не домыли, ну, то есть, ну, какая-то такая пошла чрезмерная к этому уже, ну, зря, например, мне кажется. Там большое количество бахил, например, тоже спорная вещь, да, то есть они все равно, с ними часто все равно грязно, и, по сути, это, ну, даже сравнивая цены, это уборщица на раз больше помоет, и как бы будет тот же эффект. Вот, если, ну, там, да, о бахилах говорить, тоже как бы такой спорный отход, вот, ну, не будем сильно придираться к медицинским учреждениям, у них тоже своя специфика, да, есть места, куда можно заходить только в бахилах, да, операционные какие-то, вот. Вот такие вот, например, да, моменты, от которых можно отказываться. Трубочки, одноразовая посуда. Потом можно не взять вот эту крышечку. То есть вот так ты взял, да, только стаканчик. Без крышечки ты прекрасно справишься пить. Не надо вот через вот эту. Опять же, кто дал гарантию, что она чистая? Что она нигде там на полу 10 раз, вот как у меня здесь, да, не попадала, и никто ее не положил обратно. Вот. Поэтому вот это зачастую тоже, вот опять же, легкое, да, сокращение отходов, уже хоп, от крышечки отказался. Без нее тоже неплохо. Она, кстати, иногда подставляет, раз приоткрылась, напиток на тебя. У меня так было пару раз. Вот вопрос. В плане макулатуры, вот жуткое количество продуцируется отходов, это чеки. Магазин, это вот термобумага, это вообще макулатура считается для переработки или тоже что-то? Кстати, она тут где-то у меня была, видимо, осталась в шопере, я вам про нее действительно не сказала. Чеки — это не макулатура, вот, она не относится туда, ее там не переработают. Ну, кстати, у нас появилась акция, ну, там, не знаю, сколько, 3-4 месяца назад, мы стали принимать чеки, художники из них потом делают холсты. То есть они там как-то эти чеки замачивают, как-то они там потом эти чеки прессуют и делают из них потом холсты. Еще не видела их технологию, мне интересно посмотреть, обязательно посмотрю. Вот. Но представление имею, то есть я знаю, что они их размачивают, прессуют. Это получается такой холст не идеально гладкий, да, производственный такой гладкий, а он такой немножко, но для какого-то вида, ну, их там искусство, он подходит. Вот. Интересная такая тоже история, мы их собираем. Но история такая, на самом деле, даже приобрела некую скандальность. То есть к девушке, на девушку, которая собралась у нас эту акцию вести, написали даже заявление, там, чуть ли не в прокуратуру, что она будет заниматься какими-то махинациями, там. Я не знаю, что можно из этого с чеками, то есть что с ними можно сделать, даже не представляю. Там же нет ни номера карты полноценного, ничего, да, то есть в чем опасность, не ясно, но эту девушку уже, честно, задергали со всех сторон, то есть вплоть до того, что она сумасшедшая, и чеки эти там, ну, в общем, и махинатор, и все на свете. Ну, то есть такие какие-то есть нелепости. Вот непонимание от жителей, к сожалению, иногда удручает вот такое. Плюс есть невера в то, что это все уезжает все равно на один полигон, на одну свалку. Ну нет, неправда, ну не может такого быть, потому что это для переработчиков финансово выгодно. Они не будут ставить контейнеры и работать в такой огромный минус, им надо это оправдывать. То есть они в этом контейнере забирают сырье и получают от этого себе, ну, плюс прибыль, да. Поэтому все это работает, это все 100% есть, и если бы этого не было, у нас бы не росло так количество производств, которые этим занимаются. Кстати, пенопласт, про него тоже вспомнила, не сказала, тоже его перерабатывают, есть компания, которая его перерабатывает, вот пенопласт, ну мы тоже, да, его собираем, вот, и его можно сдавать на переработку. Это в том числе такие вспененные всякие контейнерики под еду, яйца,
Вот. А еще под яйца у нас есть интересная акция. Мы их собираем и фермерам отдаем вот эти вот контейнеры. Они убирают с них этикетки других производителей потом. Ну, вот частные фермы, кто просто свои домашние яйца продает, они их сортируют, фасуют и отдают. То есть, ну, такая прям тоже хорошая получилась акция, простая в исполнении, но очень даже хорошая. Так что вот. Ну все, я думаю, что будем завершать, да, уже да. Вопросы точно истекли. Так что. Спасибо большое. Да, спасибо вам, что пришли.